Чао, вы смотрите «Итальянский с Элиной», и сегодня мы продолжаем разговор об итальянском глаголе «пьячере». Разберемся с его прошедшим временем «пассато просимо». «Пассато просимо» этот глагол образует при помощи вспомогательного глагола «эссере». Соответственно, окончания причастия будут меняться в зависимости от рода и числа. Итак, «я понравился» или «я понравилась». «Sono piaciuto», скажет про себя мальчик. «Sono piaciuta», скажет про себя девочка. «Ты понравился» или «понравилась». «Sei piaciuto» или «sei piaciuta». «Он понравился» – «è piaciuto». «Она понравилась» – «è piaciuta». «Мы понравились» – «siamo piaciuti» или «piaciute». В зависимости от состава нашего коллектива. Если в джазе только девушки, то окончание будет «э». Точно так же «voi siete piaciuti» или «piaciute». И «loro sono piaciuti» или «piaciute». «Вы понравились», «они понравились». И вот к этим формам мы будем добавлять слова, которые отвечают на вопрос «кому». Либо это местоимение, либо какие-то другие слова, например, имена или профессии, название родственника. «Кому понравился», «кому я понравилась», «кому ты понравился». Итак, «мне» – «ми» или «а ме». «Mi sono piaciuta» – «я мне понравилась», «я себе понравилась». Или «sono piaciuta a me» – «sono piaciuta a me stessa» – «я понравилась себе самой». Или с отрицанием «non mi sono piaciuta» – «non sono piaciuta a me stessa» – «я не понравилась себе самой». Соответственно, мальчик про себя скажет «mi sono piaciuto», «sono piaciuto a me». Если я понравился тебе, то, соответственно, «ti sono piaciuto» или «я понравилась тебе», «ti sono piaciuta», либо также «a te» – ударная форма, либо с отрицанием «non ti sono piaciuto» – «я тебе не понравилась», «non ti sono piaciuto» «я тебе не понравился». «Non sono piaciuto a te». «Non sono piaciuta a te». «Я ему понравилась». «Gli sono piaciuta». «Или sono piaciuta a lui». Также в мужском роде. «Я ему понравился». «Gli sono piaciuto». «Sono piaciuto a lui». Здесь вместо этого «lui» или «gli» вот мы как раз можем поставить какое-нибудь существительное, например, имя. «Sono piaciuta a Mario» – «я понравилась Марио». «А Мария» – «non sono piaciuta». Обратите внимание, пожалуйста, «я понравилась», поэтому «sono piaciuta», «non sono piaciuta». А уже кому я понравилась – ему или ей, Марии или Марио – это мы выражаем дополнительными словами. Итак, «я ей понравилась». «Le sono piaciuta». А мальчик про себя скажет «le sono piaciuto». «Я ей понравился». Либо «sono piaciuto», «sono piaciuta a lei». «А Мария». Мы можем добавить не имена, а какие-то другие слова, обозначающие персон, кому мы понравились. «Sono piaciuta». «Аль доктуре» – «я понравилась доктору». Не знаю, почему доктору, он пришел мне в голову. Давайте лучше архитектору. «Sono piaciuta all'architetto». «Sono piaciuta alla mamma» – «я понравилась маме». Или «sono piaciuta alla mamma» – скажет мальчик. Дальше. «Я нам понравилась». «Ci sono piaciuta». Или «я нам понравился». «Чи sono piaciuto». «Sono piaciuto a noi». «Sono piaciuta a noi». «Вам» «я понравилась». «Ви sono piaciuta». Или мальчик скажет «ви sono piaciuto». «Я вам понравился». «Sono piaciuto a voi». «Sono piaciuta a voi». И «им» «я понравилась» или «понравился». «Li sono piaciuto», «li sono piaciuta». Или «sono piaciuto a loro»,
sono piaciuta a loro. Ну и с таким же успехом мы всем этим людям можем не понравиться, да? Тогда мы будем добавлять non. Например, non li sono piaciuto. Я ему не понравился. Non li sono piaciuta. Я ему не понравилась. Non sono piaciuto a lui. Non sono piaciuta a lui. С ударными формами. Вот таким же образом мы будем добавлять местоимения или какие-то слова, отвечающие на вопрос «кому?» и ко всем остальным формам глагола. Следующая форма у нас «sei piaciuto» или «sei piaciuta». «Ты понравился» или «ты понравилась». А «кому?» мы точно так же будем добавлять местоимениями. Попробуйте, пожалуйста, потренироваться. Значит, ваша задача – взять все формы по очереди глагола «piacere» и составить с каждой формы предложение при помощи разных «кому». Вот мы с вами потренировались с формой «sono piaciuto», «sono piaciuta» с первым лицом единственного числа. Дальше вы берете «sei piaciuto», «sei piaciuta». И точно так же добавляете «mi sei piaciuto» или «sei piaciuto a me», «mi sei piaciuta», «sei piaciuta a me». И плюс к этому повторите, как это будет и в настоящем времени. Мы сегодня только про прошедшее говорим, но вам желательно повторить и настоящее. Тогда «я нравлюсь», «piaccio». И также вы будете добавлять «кому я нравлюсь?» «Ми, ти, ли, ли» и так далее. Я думаю, что сделаю еще отдельное видео, вот такое тренировочное, потому что на самом деле понять, как работает глагол «piacere» со всеми его этими «кому», это первая часть марлезонского балета. Но есть еще вторая часть, это вот как раз тренировка. И потренироваться с этим глаголом надо очень здорово. Потренироваться нужно долго и автоматизировать использование формы глагола piacere с другими словами, которые отвечают на вопрос «кому?». Потренируйтесь пока самостоятельно, пока я найду время и сниму для вас следующее видео с тренировочными материалами. Но если вы самостоятельно проделаете вот такую работу, вы будете уже готовы и просто себя сможете проверить, насколько вы готовы разговаривать при помощи глагола piacere. А ведь на самом деле он требуется нам довольно часто. Вы сходили на какую-то выставку и хотите сказать, что она вам понравилась или не понравилась, а вот ему, Александру, наоборот, вам понравилось, ему не понравилось, или вам не понравилось, а ему понравилось. И вы хотите спросить у кого-то, а вам понравилась эта выставка? То есть это реально ситуация из жизни. Поэтому тренируйтесь. До новых встреч. Alla prossima. Ciao.